Полотно иллюстрирует кровавую страницу из истории России. Борьбу за власть Петра I у сводной сестры Софьи. В 1689 году стрельцы, составлявшие военную мощь державной армии, перешли на сторону царевны, за что и были казнены по приказу Петра. Художник не показывает саму расправу, его больше интересует душевное состояние героев в преддверии неотвратимого сурового наказания. Многофигурную композицию составляют стрельцы и их близкие. На лице каждого можно прочесть личное отношение к трагедии. Но есть персонаж, который более всех притягивает внимание. Сидящий на повозке рыжеволосый мужчина в левой части холста, смело устремивший взгляд на Петра I. Расположенные по диагонали фигуры словно участвуют в немой дуэли. Не смирившийся со своей долей стрелец становится эмоциональным центром картины. Даже зажатая в его руке свеча больше напоминает нож. Моделью для этого героя стал могильщик Кузьма с Ваганьковского кладбища, о котором Сурикову рассказал Илья Ефимович Репин. Уникально обработан задний план. Купола храма Василия Блаженного соответствуют группе стрельцов. Кремлевская стена, шеренги солдат, дальняя башня фигуры Петра, ближняя, уходящая за границы полотна, скоплению бояр и иностранных гостей, которые наблюдают за происходящим. Причем ради создания такой композиции Суриков пренебрег реальным расположением исторических архитектурных памятников. Он умышленно сдвинул все сооружения к лобному месту, чтобы сблизить планы и создать эффект огромной толпы. Кроме того, на Красной площади казнили стрельцов не через повешение. У Сурикова справа на холсте изображены виселицы, а путем отрубания головы. Глубина перспективы достигается сопоставлением интенсивных цветов на переднем плане и малонасыщенных на заднем. Рассеянный свет небосвода придает всему изображению общий светло-голубой оттенок. На картине хорошо заметны красные акценты, намек на цвет пролитой крови. Особое значение получают и удерживаемые в руках персонажи свечи, символ угасающей жизни. Их на картине 7 по количеству стрельцов. Одного уже увели, осталась лишь свеча, как часть его души, и видимых куполов. Масштабное полотно было представлено на 9-й выставке Товарищества передвижников 1881 года и имело большой успех. Павел Михайлович Третьяков увидел в нем достойное украшение коллекции и сразу же приобрел для своей галереи.